Итак, друзья, привет. Продолжаем размалевывать нашу броню. Сейчас у нас этап, так скажем, прорисовки акцентов, можно так назвать. Я хочу выделить все. Все грани, какие мне нужны. Не люблю особо выделять их все. Ну, в общем, некоторые буду выделять. Плюс я хочу набросать фрихендик вот на самой этой броне верхней, да? Небольшой. Вот так чисто. Чтобы она не была совсем скучной. Вот этим я и займусь сейчас. Некоторые грани выделим. Плюс дадим потертости, да? К сожалению, кисточки у меня закончились с этим коронабесием. Мать их за ногу. Все магазины были закрыты. И теперь я получу свои кисточки любимые Рублев только в понедельник, наверное. Ну, когда там? Первое число у нас, когда? Пообещали первого привезти там, ребята, в магазине. Пока что я рисую непутевыми кисточками, то есть они не подходят для этого. На самом деле они очень толстые. И, как сказать, они распушенные, кончик не тонкий, но, к сожалению, вынужден пока ими оперировать. Потрахаем все мозги немного, ничего не поделать. Так, сейчас мы вот акценты даем, да, на броне нашей, где-то сбитости, прорисовываем грани. Это визуально сделает нашу броню лучше красной. Этим мы сейчас займемся. Дальше я набросаю фрихенд. Уже вот эти косяк какой. И уже будем там плясать. Здесь сделаем вид, что у нас тут потертость большая, да? Так, для этого нам нужно... Что нужно для этого? Чтобы такое сделать, нам нужен черный и бордовый смесь для начала, а потом еще и высветить, да? Давайте так попробуем. Здесь границу бахнем ему. Более светлую такую, скажем. Ну, сделаем, что у нас тут подободралась краска немного. Так, что еще на сегодня, какие планы? Ну, собственно, самый главный план вот я вам озвучил, да? Сейчас мы пробуем. Самая нудная вещь для меня — это вот эти вот грани, все подводки и так далее. То есть это все достаточно тонко, однообразно и неинтересно. Но без этих маленьких деталей не будет смотреться ваша модель, к сожалению. Поэтому вынужден этим заниматься. Этим нудником, неинтересным, однообразным занятием. Но я помню слова одного великого художника, который сказал мне, что именно детали делают всю картину законченной и полной. Детали не проработаны, значит, ни черта не будет. Поэтому прорабатываем.
насколько это возможно. Пока не надоест совсем. Так, ну, здесь особо там, слава богу, нам прорабатывать нечего. Так, мне нужен желтый. Желтый. Мой любимый лимонный желтый. Ага, пардон. Надо его сболтать. Краску перемешивайте хорошо всегда. То есть есть куча приспособ для этого. Можно и по старинке вручную. Ничего в этом страшного нет. Так. Здесь выделим немножко. Текстуру дадим ему. Ну, сбитости тоже же есть все-таки. Это, как бы они за ним не ухаживали, это все-таки боевой рыцарь. И он должен подтверждаться сколами броня его, царапинами. Текстуры на броне можно рисовать, на броне можно рисовать. То есть, ну, так, чтобы он был действительно боевой. Для этого мы сейчас его понемножку подрисуем. Дальше у нас вот есть эта капля. Давайте заодно ее нарисуем, чтобы она была прям капля-капля. Нам нужен красный, да? И бордовый. А дальше красный и желтый. Сейчас мы сделаем немножко ее покрасивее. Эту каплю. Более такой яркой. Так. Что по поводу фрихенда, я как бы думал. Дело в том, что модель сама насыщенная, да, вот этими всеми лепниной, украшениями и так далее. То есть тоже забивать ее большим количеством фрихенда неправильно будет, на мой взгляд. Поэтому я остановился на простых тряпочках и печатях чистоты, чтобы просто подчеркнуть святость этого бога машины. Ну, так, чтобы не загружать пространство. Тоже надо как бы знать меру, да, в фрихендах. Фрихенд всегда играет роль, да, какую-то. Запомните, он не может быть от балды, да, то есть он призван для всегда что-то показать, что-то подчеркнуть. Просто так фрихендить от нечего делать, ну, не советую вам. Не нужно этого делать. Это будет, во-первых, заметно, что никакой цели не представляли фрихенды ваши, просто вы, вам нравится, или там вы просто хотели забить пустое пространство и таким образом набахали везде, в чего можно. И это на многих моделях это видно часто, да, что художник начинает, да, что-то, а потом во вкус и попер. И это, ну, иногда заказчики требуют. Я помню, как на первом Варлорде мой заказчик сказал: давай, типа, фрихендов мало не бывает, и мы набахали там много чего. Так, ладно, в принципе, у нас практически готов. Я не сторонник, повторяю, да, ярких хайлайтов таких. Они не дают естественности. Отсюда как бы и проблема возникает часто. Я люблю более естественные варианты, поэтому
не будем перебарщивать с ним. Итак, что нам нужно для наших тряпок? Коричневый, черный, пока что. Пока что коричневый и черный. То есть, что это у нас будет? Я уже рисовал на танке. Это будет такой свиток. Вопрос только, может быть, свиток надо будет сделать с печатью такой чисто. Правда, здесь уже есть, да? Кругляк сверху. Нюанс. Ну ладно, посмотрим сейчас. Ну а что? Два кругляка будет. Тем более они практически будут одинаковы. Итак, что нам дальше нужно, да? Дальше нам нужно саму тряпочку прорисовать. Идея простая в ней. Я, наверное, вам сейчас поближе буду показывать его. Идея простая. Он боевой, черный такой, затемненный весь, да, к краям. Рваный. Побывавший в боях листок пергамента. Вот мы его должны показать. То есть для этого я что делаю? Я выделяю цветом среднюю часть, да, всю. А к краям оставляю его вот таким грязным. Ну, дескать, края оплавлены, обожжены. Поэтому нужно к краям брать черный. И мы рисуем окантовочку ему. Видите, да? Еще очень хорошо играет на вот этих пергаментах рваность, рваность, что они оборваны все. Рваные такие. Поэтому, в принципе, можно какой-то бок, там, например, взять и закоцать, что он типа оборвался. Вот здесь, чтобы выделить, да, делаем переход со светлого в черный, и он становится серым, да, видите, сероватым. И одновременно мы добиваемся того, что у нас, ну, такой он весь боевой, действительно. Листок красная звезда. Так, основание. Пока что он не высох, зараза, поэтому нам нужно здесь череп нарисовать будет. Мы чуть попозже им займемся черепом. Сейчас мы давайте прорисуем более, так скажем, тщательно саму эту тряпочку. Я с оранжевым поработаю немного, более ярко сделаю. Вот я сделал посередине такой более рваный кусок, видите, да? Это визуально просто делает более красивее его сам. Саму тряпку эту. Только исходя из этого я это делаю. Все-таки это картина. Она должна быть красивой. Правильно? Многие хотели посмотреть, как я рисую эти тряпочки. Вот, смотрите. Все очень просто. На больших пергаментах там посложнее. Там нужно прям показать изгибы тряпки. Здесь тоже можно показать. Ну, сейчас вот нам это не нужно. Сейчас мы показываем просто рванье, да? Что вот они оборваны. Можно вот так сделать даже, смотрите. Такие маленькие завитки от тряпочек, остатки. Визуально очень здорово получается.
Я еще раз говорю, я первый раз попробовал это дело на танке. А, нет, на Вархаунде. Я вспомнил. На Вархаунде. На своем первом Вархаунде. На втором Вархаунде я попробовал эти свитки. Увидел эти свитки в игре Space Marine Вархаммер. Все, на стене там висели они. Я увидел. Вот видите, в принципе, визуально смотрится замечательно. Мы еще набахаем надписи туда. И будет просто все шикарно. Точно такой же хочу сделать и здесь. Хотя здесь можно сделать не так. Давайте сделаем здесь рваный. Тоже. И пошире. Дескать. Ну, чтобы разнообразие было какое-то. Так вот. Так, дальше. Дальше мы сейчас сделаем тело. И все. Вот здесь, кстати, можно поработать с изгибами. Давайте попробуем. Подчеркнуть ему. Они делаются следующим образом. Смотрите внимательно. Так, больше черного. Тени. Сначала мы прорабатываем тени, видите, он такой получается. Дальше он подсыхает. Мы уже разносим их, разглаживаем, чтобы они были более-менее такие плавненькие. И все. Больше белого в пиковые места. Вот так вот, видите, да? Кисточка толстая, зараза. Излишек уберем сейчас. Но у меня просто нету кисточек. Закончились. К сожалению. Вообще, с кисточками, конечно. Вот он, тряпочка еще одна. Посредине не буду ничего делать. Здесь все-таки будет... У нас есть окошко медное, да? Ребята внутри хотят видеть свет. Пусть видят. Так, пусть подсыхают. Ну, поработаем золотом потом. Не знаю, показывать, не показывать. Сейчас мы займемся с вами нашим черепом на печати чистоты. Смотрим на него внимательно, как мы его будем делать. Так. Кисть толстая. Зараза. Ну, мы попытаемся, да? Сначала мы нарисуем сам череп. Я его нарисую таким простым. А потом уже сделаем ему глаза. Раз. Дальше мы делаем окантовку. Самой печать. Не надо ровно рисовать, поскольку это сургуч. То да сё. Так, теперь нам нужно ее подвыделить. Ну, выделить прям, не то, что подвыделить. Она у нас должна быть рельефная, поэтому мы делаем черным цветом окантовку. Кстати, заодно и этого можно повысить. Так, сейчас, минуту. Возьмем коричневого и между черепом и
бордюрчиком этой печати делаем больше, ну, такое углубление. Так, и нам нужны глаза, да, черепу. Он не высох, поэтому пока что не будем делать. Подождем. Подождем чуть-чуть. Пусть подсохнет. Пока тогда мы можем сделать просто ему высветление, кстати. Более рельефному сделаем. Пока он сохнет, мы сделаем рельефности, добавим немного. Сейчас, минуту. Вот так, да, ну и бордюрчику этому тоже нашему. Вот здесь можно прям очень неровно, чтобы был рваный прям, ну чтобы похож был, что печать прям такая была боевая, чмокнули и все, пошли дальше. Так, попробуем сейчас нарисовать глазки товарищу. Подсохла немного краска. И нос. Вот, в принципе, она и готова. Немного смешная получилась, конечно, штука. Но она не должна быть прямо идеальная. Все-таки это сургуч, имитация, то да сё. Нет такой задачи сделать ее прям вообще идеально идеальной. Так, вот такую вот вещь, как капля, я потом, наверное, покрою лаком. Очень красиво будет смотреться. Ну, все-таки это прикольная штука будет. Так, надо немножко больше теней дать вокруг него. Подвыделить его визуально. Теней на пергаменте дадим вот таким цветом, да? Давайте больше черного с коричневым возьмем. Что, дескать, она визуально выделяется. Наша печать. Подрастянем, тихонько промоем. Так, чтобы засветилось вокруг, давайте, может быть, ну, надо еще раз пройдем череп. Он сейчас подсыхает, мы его еще выделим. Даже белым сделать это. И чисто красным можно вот здесь вот броню доработать. С переходами, например, да? На коцки. Вот так вот. Сейчас посмотрим, что у нас по результату будет. Ну, так вот и будет. Будет симпатично смотреться. Переход к тени, и у нас возникает ощущение прям, что он действительно у нас чуть ли не настоящий, да, висит. Что нам нужно, в принципе? Так. Пергаменты наши практически готовы к надписям. Поэтому, наверное, пора уже ими заняться. Сейчас еще немножко их подработаю. Так они совсем будут темные, да? Хочу их немножко еще высветлить. На толстых кисточках приходится промывать лучше толстую кисточку, поскольку она больше краски себе убирает, и потом, видите, красный след.
Я специально рвано так рисую, чтобы было ощущение, ну, пергамент старый, давно висит на броне. Что мне и надо, как бы, да? Именно это и нужно. Так. Все-таки, наверное, надо с красным еще поработать. Что мы можем сделать более алый его? Ну, с черепом самим. Что-то как-то не очень нравится он мне. Выделяться он должен. Ну, так-то лучше. Однозначно, однозначно. Итак, что у нас тут еще? Красноту уберем. Здесь тоже, да? Здесь надо сгладить переходы. Сейчас мы быстро это сделаем, подождите. Не уходите никуда. Это долгое время не займет. Так. Ну вот, собственно, и все, да? Остается только надписи сделать и проработать золото. Еще можно проработать над этим красным. Попробуем. Нам требуется более такая насыщенная капля. Так, для этого мы возьмем черного прям больше. И вот здесь мы ее прям насытим этим черным. Черный с бордовым получается. Так вот. Во, теперь она реально немножко кровавая прям получается, да? Дальше возьмем больше желтого. И сделаем ее здесь такую вот цвет. Во-первых, он у нас золото вокруг нее, да? Вокруг капли. Сейчас мы ее сгладим немножко. Не везде хороши рваные такие вот высветления. Поэтому на больших площадях рваности быть, ну, она не очень красиво изобразится. Не 28 миллиметров, скажем так. Так. Можно сделать акцентик здесь ему. Просто. Так, и все это сгладим опять. Ну, собственно, все, я не знаю, делать ли акценты ему. Вот эти вот, знаете, приколы. Давайте попробуем, если не понравится мне, нафиг берем. Так, сейчас, минуту. Поймите, что я хочу сделать. Бордовым отсгладить чуть-чуть. Вот близок белого. Он не на всю каплю, да? Там, где он уходит в красный, мы отблеск не рисуем. Сколько здесь свой отблеск есть, вот он. С желтым. Так. Сейчас посмотрим, что у нас выйдет. Я
Если не понравится, уберем нафиг. Так, кропотливая достаточно работа. Вообще с этими всякими капельками, гемами и всякими камешками светящимися геморрой еще тот, на самом деле, лично для меня. Так. Не знаю, какая-то фигня, по-моему. Пусть пока будет. Дальше посмотрим. Вот на сегодня как бы мы закончили. Сейчас я нарисую просто буквы разные. Ну и все. Уже времени много. Прервемся.